Почти 3 миллиона гектаров земли вернули государству с начала этого года. По данным Комитета управления земельными ресурсами, еще 270 тысяч гектаров находятся на рассмотрении судебных органов. В целом нарушители оштрафованы почти на 160 миллионов тенге. В ведомстве отмечают, доля добровольного возврата в этом году снизилась на 10% по сравнению с прошлым годом и составила лишь 62%. Уже с 8 октября в силу вступают правила оказания госуслуг в системе Единого государственного кадастра недвижимости, который представляет участки через онлайн-торги. Помимо этого увеличится штат инспекторов. Отмечу, всего с начала 2022 года возвращены государству свыше 8 миллионов гектаров.